Ну вот она, первая находка, бусинка. Что-то есть здесь. Вот такой вот поломанный наконечник вышел. Наконечник. Вот такой вот с обломанным кончиком наконечник. Еще один выпал. Что-то здесь пока так прет потихонечку, но все какое-то ржавое и поломанное. Тоже обломанный, к сожалению. Обломанный. О! Украшение. Украшение. Хоть что-нибудь целенькое. Ну, слава богам. Вот еще одно украшение бронзовое. Выпало наконец-то хоть что-то. Дед. Ой, ну, дал, блядь. А, какой-то, блядь, вилочный наконечник. Прям вилкой. О, разломанная бусинка. Есть? Да. Что странно. Первый раз такой вижу. Чё? По идее, мужик, откуда бусинка? Вот, кусочек белой бусинки. Она всегда должна быть поистине. О, какой наконечник, блядь. Еще одна бусинка. Еще одна бусинка. Какое-то то ли украшение, то ли пряжка была какая-то. Потом все это... Колечко бронзовое. Есть контакт? Ну вот у меня тут тоже что-то... Вот оно... А? Да вот, что-то большое. Да. А нет, нак. Наконечник? Да. Хороший? Ну, долотовидный. Да. Типа отверточки. Ну, что-то давай почешем, да. Вот оно. А. Монетка, походу, либо украшение. Кольцо бронзовое. Бронзовое кольцо. Сейчас вытащу, посмотрю. Главное, что нашел. Что да, не прям глубоко в корнях, Вот что-то лежит.
Да, блядь, ты поглянь, а. Прям так основательно залегло что-то. Украшение! Ну, нормально, как ракушка, знаешь, такое большое. О! О, еще одно колечко бронзовое. Еще одно колечко бронзовое. Ну вот, сегодня первая монетка. Конечно же, с дырочкой, уже вышедшая из обихода, но сам факт находки приятно радует. Ищем дальше. Бусинка большая. Вот и здесь у нас попалась бусинка. Значит, надо копать. Здесь могут быть украшения или рассыпанные ожерелья. Что ж, друзья, вот еще одна монеточка выпала. И тоже дрявая. Тоже уже с дырочкой маниста. Вот. Ну, опять же, сам факт находки уже радует. О, нож! Смотри. Ага. Почти целый. Ребятки, с помощью ножа, топора и какой-то матери и вот этой штуки еле-еле мы нашли этот сигнал. А теперь, блядь, просто уже что бы это ни было, я уже чувствую его. Я уже его чувствую. Я сделаю вот так вот. Я это уже просто так не оставлю, блядь. Слушай, пила офигенная. Блядь, уже мой веник ругается вовсю. Бля, бывает же так. Расхуярили всю, блядь, корневую хуйню эту, блядь, чтобы достать вот это. Это пиздец, ребзя, но радует одно, сохран охуенный, его почистить, сохран будет охуенный. Нам сегодня с тобой везет прям на корневую систему. Вообще, капец. Сигнал-то хороший такой. Поищу еще конечек. Там штук должен быть. Да. Вообще охуенно, у меня что-то такое нет вообще. Охуеть, ребятки, то, что я до безумия просто обожаю. Батюшка Хабар, спасибо тебе. Как просил. Да. Так, друзья, вот наши находочки на сегодня. Два ножа ючеровских. Такие вот наки обалденные. Здесь, смотрите, какие наконечники шикарные тоже. Вот, классные. Украшение бронзовое. Два кольца, две монетки. Украшения вот такие, бусы от ожерелья. И, друзья, смотрите, какая потрясающая вещь. Если почистим потом получше, там будет видно хорошенькое такое клеймо. Вот. Ну и у Максима бубенец железный, украшение. И два срезня. Ну, здесь непонятно, то ли это монета какая-то очень старенькая, непонятная вообще, советская, скорее всего. Непонятно, что это. А может и не монета, может какая-нибудь фигня. Вот такие у нас сегодня находочки, друзья. Так, ну что же у нас тут сегодня получается. Вот я уже почистил. То, что не почистил, ребятки, это все потом будет в другом обзоре уже. Сейчас вот то, что почистил, вот. Наконечник вот такой вот, который мы долго из-под дерева вытаскивали. Нож вот почистил. И вы знаете, он очень даже прочный, его можно будет довести и все сделать хорошо. Он будет еще даже пользоваться им. Вот такой вот интересный наконечник. Видите, он как бы такой ромбообразный. У него идет косые такие своды после перьев этих, после крыльев. Очень интересный. Так, вот обалденный, в первый раз такой нахожу вообще. То есть он такой прям какой-то мощнявый, такой разветвленный. Кто знает, что это за наконечник, расскажите, пожалуйста. Вот офигенный наконечник. Смотрите, у него здесь два крыла, а здесь как багор такой. Это что за наконечник такой, ребятки, объясните мне, если кто знает. И вот такой интересный, вроде как
вот такой плоский. С одной стороны прям нет, это не обломано, он такой и идет. С одной стороны прям ровно-ровно, нету не обломано ничего, ровненький прям. И здесь вот такая вот зазубрина. Ну и такие уже находили мы наконечники. Вот такие вот украшения мы, значит, находили уже, да? Вот это я вообще первый раз, я не знаю, что это такое, ну вот что-то такое. Вот украшение интересненькое такое, как будто переплетаются между собой. Два конца, видите, они переплетаются в конце и какой-то такой вот создают замочек. Это вообще не понимаю, что это. Какая-то тоже подвеска, видимо. Ну и, ребятки, вот интереснейший момент. Сейчас я попробую при хорошем освещении с макросъемкой. Здесь вот клеймо очень интересное. А здесь есть иероглиф. Не знаю, может быть, камера даже передаст сейчас. Есть иероглиф. А здесь вот клеймо. Клеймо какое-то очень интересное. Попытаюсь, конечно, макросъемкой сделать. Попытаюсь передать. Если снимется, хорошо, фотографию приложу. Ну, вот такая вот сегодня у нас была капонина. Ну и куча наконечников, которые еще нужно чистить.